Полицейские пресекли факт незаконной реализации сильнодействующих медицинских препаратов в одной из аптек города. В результате осмотра аптечного помещения было обнаружено и изъято более 1000 единиц сильнодействующих лекарственных препаратов, на которые отсутствовали накладные. Также стражи правопорядка установили, что у торговой точки не было лицензии на фармацевтическую деятельность. На улице Донская очевидцы сняли видео, где на оживленной проезжей части открыт канализационный люк. По мнению горожан, это может спровоцировать серьезное происшествие. В Дагомысе на дорогу упало дерево, полностью перегородило проезжую часть и заблокировало движение. Предположительно, оно рухнуло из-за непогоды и сильного ветра. Автомобилисты не стали дожидаться помощи и сами убрали упавшее дерево. Дорогу получилось полностью освободить. Известно, что в момент ЧП рядом не было ни людей, ни машин. По предварительной информации, никто не пострадал. В Хосте водитель легковушки не справился на мокрой дороге. Машина съехала в кювет и опрокинулась на крышу. А пострадавших в аварии пока не уточняется. На улице Авиационная в Адлерском районе города Сочи мотоциклист попал в больницу после столкновения с автомобилем. По данным ГИБДД, водитель «Тойота» при развороте через сплошную линию разметки столкнулся с двухколесным транспортом, который двигался попутно, совершая обгон по встречной полосе. В результате ДТП пострадал водитель мопеда. Он был госпитализирован в больницу.